Сейчас зашла на сайт посмотреть новинки, и мне очень захотелось вам их показать. И сейчас я быстренько полистаю, чтобы вы увидели, что компания выпустила новенького. Так, ну, начнем. Крем для рук смягчающий. И смотрим. Так, смотрим. Гель для душа цитрусы пихта. Набор концентрации внимания. Крем для рук питательный. Так, скраб для тела какао и цитрус. Крем какао. А, крем масло для тела кедра и ягоды. А, крем для рук сос восстановления. А теперь вот посмотрим. Посмотрим, что вот на все новиночки. Это вот последнее, то, что компания выпустила. А мы с вами посмотрим на вообще, какие новинки у нас на данный момент есть. Вот смотрите, иммунитет восстановления, крем для рук сос, крем для рук смягчающий, питательный, скраб для тела какао и цитрус крем. Масло для тела кедры ягоды, объем его 200 миллилитров, 300 грамм. А набор ягодный микс, это вот две зубные пасты, кстати. Гель для душа цитрусы пихта. Я думаю, что все это очень приятно пахнет. Ну, вообще я хочу сказать, что вот сколько я покупала и гели для душа, и крема. Никаких резких запахов. Никаких. Запахи всегда очень такие нежные. Они такие, знаете, с нотками цветов, травы, там мед. То есть вот такие вот цветы, такие запахи, они природные. Природные запахи всегда очень приятные и никаких резких запахов. Так, набор вселенной красоты, набор концентрации внимания, полирующий эксфолиант для лица, набор энергии вот для ребятишек, формула истоки чистоты, формула третья, шикарная вещь, духи концентрат по 20 мл. Вот я смотрю, новенькие туалетные водички у нас появились. И цены вполне такие доступные, очень доступные. Набор природной безмятежности, набор энергии и бодрость. Вот так, набор иммунитет, пилинг для кожи головы. Вот смотрите еще. Тут туалетные водички на основе розы. Выравнивающая ночная крем-маска. Протеиновые коктейльчики. Вот три вида. Перуанская мака, мармелад, роже. Вот уже пошли вкусняшки. Персик опунция. Это бьюти-микс. Растительный мелатонин. Масло массажное, согревающее. Так, хронолонг. Витамин К2. Так, биодоступный куркумин. И вот я смотрю, уже некоторых продуктов уже в наличии нету. Я думаю, что их, скорее всего, уже разобрали. Да, когда вот появляются новинки, вообще продукция компании очень качественная, очень действенная. Вот, достойная, достойная. И цены вполне приемлемые. Но опять же, не забываем, что в компании действует кэшбэк от 5 до 25%. И это зависит от того, на какую сумму вы делаете покупку. Вот. Ну, это вот, в принципе, все, что я хотела вам показать. И дополнительную информацию вы увидите здесь под этим видео.